Есть! Я поймал летающую рыбу! Ага! Привет, Витёк здесь, и я не один. Со мной сегодня кот Себас. Себастьян Рыболов. Это кот, у которого лапки, но он умеет держать удочку. И он ловит всяких разных подводных монстров. Мама, не горюй, каких монстров. Сегодня мы будем пытаться еще больше их поймать. У нас есть вот тут новые квесты. Рдилава будем сегодня пытаться ловить. Там как-то хитро он ловится. Ну, попробуем, посмотрим. Повоюем, как говорится. Ну, для начала я хочу распугать, всех этих рыб, которые пытаются утащить мой свет. Просто бомбами их повзрываю. Попробую, по крайней мере, если получится. Ну и полажу, поплаваю. Вот у меня Смарти, Радилав. А Радилав, это понятно, кто гарм какой-то, целых две штуки. Хотя я почитал, кстати, про Смарти. Там что-то про дно океана написано. Не очень понятно. Так, где эта торпеда? Торпеда? Тихо. Вот этот же любит жрать свет. Да. Чё он не нападает? Я сам на него напал. Ха-ха-ха. Так вот, про Смарти написано, что он что-то делает с... Что-то там дно океана написано, я так и не понял до конца. Вот, а гарм написано... Ну, самая обыкновенная рыба написана. Ну, я так и понял, что тупо рыба. Я так и перевел, тупо рыба. Так, сейчас, где тут еще светожор должен быть? Вот с этой стороны. Сейчас я его испугаю. Будем пробовать Радилава поймать хочу все-таки. Где светожор? Эй, светожор Иванович. Куда делся? Или они не воскрешаются? Обычно у меня тут уже залетает, как говорится, и жрет. Сегодня не его день, что ли? Странно очень. Очень странно. А вот он. Ха-ха! Вот так вот. Прилетел. Так, давай в яму вот в эту залезем, посмотрим, где там всякие смарти и гармы. Я что-то как-то гармов-то я не нашел еще. Так, этого нельзя брать, потому что его защищают. Он под защитой большого дядьки. Ну, мы в прошлой серии их выловили. Большого дядьку и эту рыбу-пингвина, точнее говоря, рыбу-попугая, как я ее назвал. Так, давай искать. Так, рыба-носорог. Окей. Где у вас тут? Так, это я уже ловил, кстати, такую рыбу. Так, какая-то солюнявая, эти какие-то огненные. Пу-пу-пум. Так, а где гарм у вас тут живет? Ай. Ну, поймался. О, тут лава. Лава, лава, давай, давай, давай. Ну-ка, слезь, слезь, слезь с приманки. Я думаю, тут исследую дно. А вот здесь как будто, смотри... Ах, ты же еще один нашелся. Вот здесь как будто какая-то расщелина, там как будто что-то есть. Ладно. Где гарм? Сейчас будем пробовать разбираться с Радилавом. Давайте. Пару бомбочек возьмем. Берем мегахук. Свет. Погнали. Вот эту щуку надо бы убить. Ага. Скинул щуку. И тебя тоже скину. Так. Еще щуки плывут. Да что же вы делаете? Радилав, ты где? Вот он. Радилав. Дыщ. Baby, don't hurt me. Так. Малыш, 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 иди сюда. Опа, сработало. Сработало. Сработало.
Тянем! Воу-воу-воу-воу-воу! Тянем! Большой какой, смотри, окунь красный. Он вообще не сопротивляется. Ну? Вот так просто? Хорош. Радилавыч. Хеллоу. Так, а мне там какая-то рыба вот эта из мелких, из его подруг. Была. Там их две каких-то. Я поймал не целую рыбу, надо вот лав, надо поймать лава. Есть эродия, есть лав. Вот с открытым ртом надо поймать рыбку мелкую. Погнали. Или они сейчас уплывут куда-то. Да кинь ты. Сейчас. Надо сразу исправить, а то не будет 100%, ребят. Ну чё, мы же серьезные люди. Мы пришли сюда игру пройти на полную. А не так как-то чуть-чуть, ну, понадкусывать. Наиграть, поиграть на легкой сложности, чтобы леска не рвалась, да. Ну, это мы знаем таких любителей. Но мы тут ищем немножко хардкора. Рыбалка. Наше все. Так, где мелкие? Единственное, что я переживаю, они могут сдриснуть. Мамки не осталось. Вот они. Нет, они на месте. Сейчас они приплывут. Так, ты мне не нужен. Мне вот этот нужен. Второй. Отлично. Все, погнали. Погнали. Крути веревку. Так, главное, чтобы его не сожрали. Там много плохих уток плавает. Рыбок. Наверху. Его могут чпокнуть. Уворачиваемся. Хорош. Все, к мамочке положим его. Отлично. Все. Теперь ищем Гарма, Смарти и прочую такую нечисть. Где-то левее, скорее всего. Вот единственный минус здесь этих мест. Очень мало маленьких рыб. Да, мне пофиг. Так, а вот теперь можно. Пошли на дно. Смотрим. Ой, за нами выехала братва из зеленых рыб. Видите, он клином идут. Ничего, у нас 5 бомб есть, мы их бахнем, если что. А это что за вертикальные рыбы? Что они вверх-низ-то плавают? Так, киты. Так, тебя я тоже ждал. Блин, нифига себе, как из... О, как из пулемета. Дыж. Так, ты кто? Это Гарм, по-моему. Это просто тупо рыба, которую надо тупо поймать. Я вам сейчас описание покажу, там прям реально так и написано. Тупо рыба. Чё-то сопротивляется. Тихо, давай-ка, ну-ка. Мне их еще две штуки надо поймать, йо. Две тупо рыбы. Рыба-карась? Нет, это тупо рыба. Где же она карась-то? Ты где карася видел с зелеными плавниками? Радиоактивного, что ли, карася нашел? Опа! Он и стоит копейки. Так, ну-ка, где зеленая нечисть, все время летающая в атаку? Хорош. Так, еще парочку бомб. Свет. Погнали за еще одним гармом. Лифт работает. О, там целый косяк, смотри, за мной вышел в атаку. Буль-буль. Карасики. Пошли вон. Да. Фига себе, какой гигантский кит. Вот такого я что-то не видел.
А тут что-то кто-то трется около хвоста у него. Капец, ты посмотри на его размер, я такого точно не ловил. Офигеть, кит бесконечности. Как его поймать? Они просто поели мою рыбу. Ну, я такую уже ловил, поэтому пофиг на самом деле. Сейчас из нее же приманку и сделаем. Так. Тихо, тихо, тихо. Вот мелкие киты нормально хватают. Это какой-то гигантский. Я даже что-то как-то не припоминаю, чтобы я его увидел у себя в каталоге. Так, этого я ловил большого. А, вот он еще один гарм. Я еще обещал вам показать, как он называется. Ну, давай более нижнего гарма возьмем. Так, гарм поехал наверх. Как же здесь глубоко, капец. Тихо. Тут рыба, она может утянуть рыбу, если она своим рогом воткнется, то она забирает рыбу с крюка. Она меня в прошлый раз так сожрала, там рыбеху нужную. Гарм. Вот, чтобы не быть голословным, открываю описание гарма. Где он? Вот гарм. Это, говорит, простая рыба, не представляет ничего интересного. Он говорит, никаких хабилок, никакого особенного поведения. Тупо рыба. Поэтому я ее так и называю. Так, смарти. Вот тут что-то написано про дно и прочее, прочее. Где-то ее здесь надо искать все-таки. Что ты кидаешься бомбами-то, алло. Так, погоди, если он средний, мне надо опять приманку, я забыл. Так, зеленые тут еще. Ребята, зеленые есть? Вот он. Hello. Так. Погнали. Заводи на дно. Это не смарти. Уходите. А ты кто? Фига себе. Ага. Какая-то... Вот здесь вообще какие-то окаменелости, смотри. Скелеты рыб. А это что за рыба такая странная? Она как будто... Рыба-сэр. Попробовать ее бахнуть. Я такую вроде не ловил. Но она вряд ли поймается так просто. Ага. И она игнорирует меня. Нифига, что там за рыба такая, смотри, видали, там в этих камнях что-то летает. Так, ладно, здесь нету смарти. Здесь есть какая-то рыба с кепкой. Запомнили. Здесь Дункан живет. О! Тихо, тихо, тихо! Ух ты! Слезь. Слезь с моей... Я смарти нашел. Да ты... Так... Что надо делать? Может, его надо на дно заманить, наоборот? А-а-а! Вот как! Ах ты! Ты паразит, а! Уходи! Уходи! Да... Я понял, он около дна только брать будет ловушку. Наживку, да?
Свет кончился. Да как ты? Нифига не вижу, по звуку ориентируюсь. Геймплей, конечно, восхитительный, когда света нет. Электричество украли. Кто-то провода срезал. Все, электричества нет. Ну, не такой уж он и умный, скажем честно. Я умнее оказался. Поехали, сдадим квесты. Ну, в смысле, сдадим рыб, возьмем новые квесты, посмотрим, куда нас еще отправят. Оп. Так, продаем. Новые квесты берем. Молодой Каспер. Термо. О, термо, это, наверное, та рыба, которая рядом с вулканом живет, да, слюнявая. И магмер. А это, наверное, мелкая рыба, которая рядом с ней тусит, скорее всего. Термо. Эта рыба собирает тепло от геотермальных источников и их привлекает разница в температуре. Окей. Здесь, наверное, какой-то здоровый будет. Регина. Рыба Регина, вот магмер. Это перегретая рыба быстро растворит твою леску. Исследования предполагают, что ее нужно охладить большим куском льда. Так, у нас есть какая-то ледяная рыба? Угу, гласир, да. Так. Живет в пещерах под коралловым бассейном. То есть его оттуда нужно дотащить туда, к магматику. Блин, далеко. Там еще эти чуваки, которые сожрут мой свет весь, да? Ну, давай попробуем, но это будет, конечно, довольно-таки тяжело, мне кажется. Давай, хук. Еще бомб. Поехали. Пошли вон. Извиняюсь. Где еще ледяная рыба? Вон она. Всех распугал. Пошли. Я тут твою подругу водил. По всему океану провел. Столько всего интересного ей показал. И тебе покажу. Будь здоров, пишут. Спасибо. Так, погнали. Это жестко, конечно. Так далеко тащить рыбу ради того, чтобы взять ту сопливую. Всего лишь за 600 тысяч. Я бы ее как минимум за миллион делал бы. Сейчас у нас еще свет красть будут. По крайней мере, будут пытаться красть. Надо, наверное, сначала зайти в пещеру. Они же как-то сквозь пещеру не летают, наверное, рыбы. Так, золотая рыбка, хеллоу. Мега Каспер. Челики туда-сюдашные, которые вертикально плавают. Так, вот скоро уже пещера будет. Ну, мой свет. Да. Нереально тут со светом, конечно, пройти. Надо сначала здесь всех распугать.
Так, что, отсюда заходить? Там еще один термо, кстати, был где-то вроде внизу. О, правильно, правильно, правильно. Давай, 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 тащи. А туда как попасть, кстати? Вот там загон какой-то. Тот же. Нет, это другой. Значит, нужно его заманивать и не давать. Остыл? Тащу, тащу, тащу. Он типа все, он умер от переохлаждения. Я его вытащил в такую ледяную воду. Чего вы хотите от рыбы? Он не шевелится, все. Уже бессмысленно его тащить. Хорошо идет. Со свистом. О-хо-хо, Магмер! 600 тысяч! Ёлки-палки, я богач. Я богач. Новый я богач. Отлично. Так, пошли теперь за мелочью, за термо. Термо и за термо. Я в дырочку. Так, где тут мелкие должны плавать? Вон они. Это что это? А, это рыба, это скелет той рыбы. Прошлый. О, я поймал, да? Тихо, 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 тихо. Тихо. Так, как мимо этого пройти? Ах ты, говнюк! Ладно, попытка номер два, погнали. А, смотри, терморегулятор здесь застрял. Уходи. Уходи! И ты уходи. Видишь тут? Он откусил меня. А где рыбы-то? Алло. Рыбы. Они что, вместе с папкой что ли куда-то убежали? Или что, я не понял. Прикольный такой. Какой-то рыба-меч, но необычная. Вон они. Они поменяли пещерку на другую. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Лавируем-лавируем. Лавируем-лавируем-лавируем. И... топим вверх! Так, теперь Каспера еще нужно думать, как ловить. Может быть, его нужно ловить на приманку в виде маленькой рыбы, которая еще живая. У меня такое... Ну и на крюк, конечно же. Термо! Па-да-па-ду-бау! Ух, так... Значит, приманка в виде хука, да? Будем Касперов ловить. Сначала нужна маленькая рыбка.
А вон маленький Каспер. Сейчас возьмем маленькую рыбку и прямо вместе с ней поплывем к этому Касперу. Давай, маленькая рыбка, иди сюда. Иди к папочке. Папочка-кот ждет тебя. Вот, давай, давай. Молодец. Давай, давай, вот теперь вот сюда идем. Покажем этому маленькому слеповому китенку, что вот рыба-то, ее легко съесть. Вот она. Хватай, не хочу. Да? О, идеально. Родители даже не заметят пропажу, как говорится, одного счастливого розового китенка. А мне квест, как говорится. 5000 стоит всего. Все. Отлично. Сделано еще 3 квеста. Ладно, ловить как, лови как хочешь, кричат. Так поймал же. Че тебе не нравится? Да что ж такое? Расчмыхался что-то. Так, довез. Продал. Беру 3 новых квеста. Так. Маленький сырный плавник. 3 штуки. Старая мустардфишина. И желтый карп. Так все-таки, где тут ваша рыба летающая-то? Нету ее. А где она именно конкретно водится? Нужно момент поймать, блин. Есть! Есть! А чё, где? Лови! Поймал. О, еще летят. Я поймал летающую рыбу. Не засчитают ее? Или ее надо ловить этими, как ее? Продал. Она мне появилась, нет? О, появилась. Ха-ха. Прикольно. Поймал летающую рыбу, Эйри. Да-да-да-да-да-да! Воу-воу-воу, кот-ловун! Ура, молодец, кричат. У меня даже есть желтый карп в чате. Я тебя поймаю, слышишь, желтый карп? Так, ну, эта серия точно все. Спасибо за внимание, Витек был здесь, и это был... Кот Сибас Рыбу-Ловас. Лайки ставьте обязательно в описании, ссылочку на плейлист, пишите комментарии. Рассказывайте другим, какой Витёк крутой ловец рыб. Воу! Все, всем пока.